Ребята, всем доброе утречко. А мы чешем Buenos за продукты. Días, amigos. Идем на рынок. Уже 150 лет не были на рынке. Дожили до того, что дома нет ни одной ни морквинки, ни лука и, в общем, ничего. Так что пошлите с нами. Еще зверям надо купить, что-то поесть. Да, а потом зайдем еще. Купим и коту, и собаки. Вот что-то этот раз вообще охренел. Жрет и жрет, как не в себя. Ну да, думали, его на жаре может немного как-то отвернет, но что-то никак. Думали. Ну, обычно нам корма на дольше хватает, а этот раз что-то он... Ну, пусть кушает. На здоровье. Так что пошлите с нами, у нас, конечно... Если не купим, он нас сейчас сожрет. У нас с утра жара такая еще как-то парит, как-то... Было пасмурно, типа мы такие, ах, дождь, ага, хрен, вам а не дождь, вот вам паркость. Мама, ты опять по-испански только что заговорил. Все, ребяточки, пошлите, будем смотреть, что там есть вкусненькое. Конечно, куда же без арбузика, да? Не знаю, как арбузик, надо купить персик. И уже ж виноград появился. Ну все тогда. Не, ну вы себе возьмете виноград, персики, а я хочу арбуз. А ты ничего себе не возьмешь. А я хочу арбуз. Ну идем. Все, пошли. Включимся позже. О, капец, ребята, пока мы дошли, можно охренеть. Боже, вообще. Сейчас утро, уже 32 градуса. Еще и в маске. А у нас рынок такой, что это надо идти все время в гору, в гору, в гору. Фу. Дышать и так невозможно. Господи. Так, ну пошлите смотреть, что есть. Смотрите, какая красивая картошечка. Супер, такая чистенькая, красненькая. Супер, мы ее обожаем. Мы всегда только у этого дядечки берем. 85 центов килограмм. Берем зеленушку, укропчик, трушечку и мятку. Будем делать мохито. 70. А мне муж купил цветочки. Ой, вот такие вот розочки красивые. Так что у меня дома будет красиво в вазочке. Так, берем лук по 59 центов. И хочу вот этого маленького перчика взять, зафаршировать. И трескилу. А ты спроси, почем? По еврику. Так что будет фаршированный перец. Вау! Так, нектаринчик евро 20 и виноград. Ты пробовал виноград? Да, вот сейчас пробую. Евро 50. Я люблю мускат. Что, будем искать мускат? Игрушка. Евро 20. Морковочка. А тут по 90 центов, а там по 85. На, скажи, что тебе на 2 евро дали. Thank you.
Так, какой авокадо красивый. Авокадо €99. Какая слива красивая. Попробуем. Тут нектарина. Un kilo, Сирил. Видишь, что да? Вкусненько. Ай, покажи, какая она такая красная. Надо еще брать. Еще? Ты будешь такую кушать? Вкуснее, чем в Меркадоне было? Намного. Возьми еще килограмм. Она два кило тонуате. Си. Ребята, мы купили такой арбуз, хай Господь милый. Си, нормально. Си. Что, 2,80 там же? Нет, тут китайский. Начал дождик моросить. Сейчас будет вообще хавайся. Стою под навесом, под тряпкой. Ой! Макс пошел искать себе виноград. Все ему не такое, ему нужен виноград, он любит только этот мускат. А он просто здесь просто тупо медовый и все. А аромата вообще нет никакого. Так что пошел искать, я его стою, жду. Наша тележка трещит, бедная, и там уже рядом пакеты стоят. О, тут мои красотулечки лежат сверху. Вот. Будем читать домой. Мы такой, ребята, арбуз купили. Просто неимоверный, огромный. Такой огромный, еще такой длинный. Сегодня арбузы по 30 центов. Представляете? Взяли дешево. Хотела еще в магазин зайти купить сметанки, но уже все. Все, уже некуда. Как, я не знаю, мы как всегда. Надо было еще зайти котам и собаке корма купить. Ну, уже все, с пустыми руками. Ладно, ребята, встретимся с вами позже. Наверное. Девочки, я вам показываю дождь. Мой муж говорит, сними девочкам дождь. Покажи, какой у нас дождь. Я говорю, это что, дождь? Он говорит, да, мама, это дождь. 3 капли на все Аликанте. Теперь сделалась парка. Еще хуже, чем было. Зато солнце горит. Ну да, хотя бы лицо не горит и то. Вот так вот мы идем с рынка. А нам еще надо зайти в собачий, кошачий магазин. Так как у детей нет корма. Так что позвонили Данилу, что притащил 2 сумки с дому. И понесем еще еду для животных. Так это мы еще, ребята, не все купили. Я еще ни цукини не купила. У нас арбуз этот. Мы взяли такой огромный его, и он занял у нас пол тележки. Перейдем в магазин. Так.
Все, нашего корма нету для... Пошли посмотрим. Сухой. Вот. 23,95. Содержание в месяц котика. Ну, нашего нет ни британского, ни вот этот, что 24 витамины, там часов, как он там. Сколько тут? Вот сколько там... тут килограмм? 2. Вот, ребята, смотрите, Royal Canin 2 килограмма. Ну это видишь, для здоровой 24. Длинной шерсти. Вот нам надо для шерсти. Он сейчас линяет. Может, возьмем эти ж лохматые. Ну гады. Давай все равно надо что делать. Так, теперь пошли покупать собаки. А Кана там стоит. Тоже пришел покупатель. Вон Акана первая. Вот розовая Акана внизу. Вот это? Да. 21 рубль. И тоже тут. Европейский. Вот так вот. На минуту. Ну, конечно, он там барашку и я баранину себе не позволяю. Так что купить тебе тоже? Я у него буду ночью воровать. Вот так вот, ребята. Так что в Европе очень дорого. Еще собаки такие, коты. Вот вообще такое тоже. Что собака? Ой, они оба. Что кот, что собака такие вечно с аллергией. Уже столько перепробовали. Помню, бездомные коты наши, он ели Вискас за 2 рубля. И все нормально проходило. Здесь вечная проблема. Вот. Ну, пожалуйста, можно какой-то корм купить со скидкой 70%. Вон по 50. Ну, нет, нам такое не подходит. Все, ребята, пошли. Вот. И вот такую штучку мы тоже берем. Это как десерт, потому что Максим его приучил к этому. И теперь горе. И вот на минуточку так собачка с кошкой обошлись нам 65 евро. Так что 300 раз надо подумать. Он, Данила, прибежал. Скажи привет. Все, упаковываемся и направляемся к дому.